your experience is so impressive because you all were working in Federal Reserve. Resolution,
the pound cannot rally. Ребята, я наконец-таки открыла набор на свой интенсив, который стартует 2 сентября из хомяка волка миллиарды. С программой вы можете ознакомиться, если перейдете по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Что будет на курсе? Почему вообще я веду этот интенсив? Зачем мне это надо, если я и так могу зарабатывать миллиарды долларов на трейдинге? Все вы узнаете на этом сайте. Посмотрите, что вас ждет на курсе. Курс веду полностью я. Посмотрите, для вас ли вообще этот курс. Кто я такая? Взгляните на мои скриншоты, если вы их еще не видели в Телеграме. Это будет действительно больше, чем просто курс, потому что здесь я научу вас думать. Я знаю, что вы очень давно спрашивали, и я наконец-таки решилась и выделила на это время. Поэтому попрошу подумать об этом заранее, потому что места расходятся очень быстро, а я не резиновая, наберу на этот курс не так много людей. Посмотрите всю в программу. Я впервые дам урок по психологии. Это будет альтернативный взгляд на психологию. Не просто ведите дневник трейдера и будьте самодисциплинированными. Вы посмотрите здесь отзывы, можете видеоотзывы посмотреть, те, кто уже проходил курс, и выберите свою программу. Учтите, что программа VIP, курс, именно вот этот пакет уже выкуплен, так как я давала ссылку на телеграм-канал. Посмотрите, вы можете выбрать с куратором и без обратной связи. Также для этого курса я запартнерилась с CryptoRobotics, и они мне любезно предложили какие-то функции, которые вы найдете в каждом из пакетов, что мне очень нравится. Также, если вы здесь нажмете «Выбрать», вы сразу сможете оплатить. Еще 20 участникам я сделаю скидку 15%, промокод оставлю в описании. Дальше ребята уже пойдут без скидки. Обязательно приходите, потому что когда я буду делать это в следующий раз, я не знаю, я делаю это очень редко, но ни один человек не пожалел о том, что пришел ко мне на обучение. Помните, если вы не учитесь чему-то новому, вы остаетесь где-то там позади. Поэтому важно все время изучать. Переходите по ссылке и приходите ко мне учиться. For the sterling. Right. Okay. So you're trading currency. Why don't you move forward to cryptocurrency? What do you think? Because sometimes if you're a swing trader, you don't know anything about cryptocurrency. But if you are a currency trader, you have to learn about cryptocurrency. I have. I just don't trade crypto. I've never traded it personally. It's something I'm looking into and considering, but for me, when you're a new trader starting out, this is not a disadvantage to you. You can learn everything and you can look at everything and you can see what you're good at and you can see what resonates with you. But for me, having traded on the institutional side, I'm just used to trading Forex, and maybe that's a little bit of a handicap that I'm not branching into new things, but I know what to do in that market and I'm good at executing that market. So I just feel like right now I'm staying with my strength in trading, but there's nothing wrong when you're starting about trying to find your strength in trading across different types of assets. Okay, so, and the last question is, because it's short interview, the last question is, what currency we should follow for the next year? Oh, for the next year? I would follow the euro, because the central bank is dovish, but they have not cut rates yet, and they haven't resumed their bond buying program, and I think that'll happen in September. So I think the euro is definitely one to follow, and I think a lot of professional traders, meaning institutional traders, would like to see it lower. The Australian dollar is quite interesting because it's being held up right now by commodity prices, by rising iron ore prices. But the Reserve Bank of Australia has said that they prefer a weaker currency, and so I think they want to see Aussie as well. So I think there'll be opportunities over the next year, certainly, to see Aussie much lower, certainly to see Euro much lower. And the Japanese yen is something you should always follow as a safe haven currency. So when you have uncertainty about central banks cutting rates, when you have uncertainty about global growth, as you're seeing now, and when you have uncertainty about big political events such as Brexit, yen tends to strengthen. And so anytime volatility spikes in the market, if the VIX index goes higher, if you're a currency trader, I would certainly looking at those times to be long in yen as well as a safe haven trader. Okay, sure. Thank you so much. It was wonderful interview. I'm not joking. Thank you so much.